И всем привет. Всем доброе утро. У нас сегодня лакшери еда. Да. Что значит да? Хватит одно. Одно на четверых. Да. По две? А? По два? По одному. Отлично. Все устраивает. Яйца по 90 гривен. От устраивает. 70 до 90. Ты че? От 70 до 90 гривен. А все он знает. Ну, на камеру играет просто. А больше узнает, когда домой придется покупать. Я угадал? Ну вот, видишь. Короче, сегодня куча дел. Но на улице тревога. Но, к сожалению, уже неизвестно сколько времени длится тревога, все закрыто, бессмысленно что-то делать, короче. Капец. Поэтому мы собранные. Да, мы уже оделись, собрались, в общем, и ждем у моря погоды. И тревога закончится. И дождь, походу, тоже ждем. Отбой. Оно. Это... А? Отбой? Что, серьезно? Идеально. Отлично, как раз перекусываем и едем. Ну, хорошо. Отлично. Good news. Вот это я понимаю. Идеально. Пожалуйста. Кушаем. Приятного аппетита и вам. Хозяин. Приятного аппетита. А что она делает? Хозяин уклонится. Правильно делает. Во, вот так надо брать пример. Какая красотища. Да? Ага. Вот, что врезалось. Аккуратно. Будешь раненая. Будь. Новая почта. Вы кому доставку несете? Тебе тут написано. Сергей. Отлично. Надо забирать. Все устраивает. Ну-ка, нет. Все? Все готовы? Да. Поехали. Поехали. Опять раскопки. Так, нет, они причем там капитальные. Были, они были там в течение недели, но там было вот так, а теперь там... Когда я шел к бабушке, там всей дороги нет. Так, а нам сейчас на почту надо забрать сразу посылку, пока мы в этом районе. Что за посылка? Никто не знает. Какая-то посылка. Но это приятно. Главное, что она есть, да? Это приятно. Главное, что вам присылают, все остальное важно. Там очередь? Очередь. Галя, не увидела, что ты подъехала и сразу побежала. Ну, понятное дело, застеснялась. Можешь глушить машину. Давай бегом. Беги. Видишь, я так сильно хочу получить посылку. А что у нее зайка в руках делает? Что это? Ага. Это тот самый чехол, который вы бабушке в селе распаковывали? Да. Я смотрел. Молодец. Угу. Гуд мальчик. Опыт. Сначала, знаешь, такая виртуальная реальность смотришь, типа чехол. А тут вживую держишь. Как? В смысле? Ой, а что надо? Не знаю. Что там? А давай мы приедем завтра. Че? Там человек 20. Ой. Упс. Ну ладно. И непонятно, кто что будет делать. Посылку получать или отправлять, или платить. Ну да. Понял, поехали. Три какие красивые деревья. Сколько, сколько с них можно делать аппликаций? Нет. Да. В школе листики собирают. Да. О, какие они красивые! Я только что пытался дубляться, что это такое аппликация. Это типа листики собираешь разные. Это не только листики, вообще это что-то вырезаешь и клеишь аппликация. А, да. Значит, я думаю. А вот с листиков сколько можно всего сделать? Они такие красивые. У меня дома есть засушенные. Можно. Сейчас Нового года. У тебя есть еще, да? А, да. Да, мы с Тёмой сушили, а они так и не пригодились. С этими самыми карантинами и войной. Так, а нам сейчас еще надо заехать в два магазина. Верно? А что в два? Ну, вот туда и вот туда. А туда зачем? А, еще ж нет тогда. СМС-ки еще нет. Молчу, да. А во второй мы там вчера в конце видео рассказывали, то, что мы хотели учудить. Угу. Но сейчас, если тут будет все хорошо, значит, мы не учудим. Потому что я там списался с одними людьми. И вроде это можно сделать здесь. Да, и вроде можно это сделать здесь, чтобы далеко не ехать. К сожалению. Ну, вообще, да, к сожалению, да. Но мы хотели. А, тебе картина, Таня, кажется, вот это смущает. Вот так меня не смущает, типа меня голова кружится. Голова кружится и начинает тошнить из нее. Да. Ты ешки-матрешки. Я что-то раньше работал. Сколько лет ты тут не был? Миллион. Четыре года.
Зашибись. Много этого не бывает. Смотри, сколько много здесь всего такого. Отлично. Так, короче, все, вышли мы с магазина. То, что нужно будет сделать, сделаем завтра. Конечно, вас запутали, но неинтересно ждать и сказать. Ну, конечно. Вот именно. Вот и ты. Поэтому сделал. Завтра сделаем. Поэтому все узнаете чуть позже. Простите, что запутали. Но узнаете еще больше, хоть мы завтра сделаем. Конечно. Точно. Контент. Контента много не бывает. Да? Так, все, ладно, сейчас мы едем до бабушки. Да? Поехали. Люди на берегу. Рыбаки. Купаться, наверное, хотят. Вау, смотри, какие. Красота. Желтенькие. Если солнышко было, они были желтые, желтые. Да? Но его нету. Но его нет. Ну, оно было. Я тоже. И березы желтые. Потому что солнышко тут. Трика красивая. Зеленая, желтая, желтая, зеленая, зеленая, желтая. Скоро лысая, 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 лысая. Зеленая, зеленая, лысая. А не лысая, зеленая будет, да, елки, что зеленые останутся. А потом будет самый лысый день. Красивая дорога. Очень. Как деревья. Ты видишь, что она красивая, да? Ну вообще, да. А я ее чувствую. Угу. Не только ты один ее чувствуешь. Особенно машина чувствует. Капец. Там. Машинка, прости. Тихо. Соня, машина. Да. Мы не специально, да? Капец. О. Супер. Знаешь, зрители не поймут. Камеры стабилизации хорошие. О. Угу. Да. А. Ты в следующий раз это... Помогай. Камере яму понимать. А, да? Хорошо. Да. У меня это неплохо получается. Падает. Эх, красота. А что это тут? Приехали, называют. Не, ну мамка мне говорила, что у них тут что-то. Или это отмена? Я не знаю. Ну вон, смотри, Кость, как тебе? По-моему, все в топе. Да? Ну, по крайней мере, лучше, чем ничего. Ну, тут нету. Наверное, отмена. Это, скорее всего, отмена. Все? Да. Мы пришли сделать пару красивых фоточек. Да? Смотри, какая желтенькая. Правда, не так. По дороге было много красивее и желтее, но много. Ну. Но они все были высоко, высоко, высоко там. Блин, тут тепло, уютно. Хорошо. Красиво. Возле воды. Ну да, на секундочку. Еще белая Таня на желтой фильтре, на фоне. О, вон деревце, смотри какое. Вот это. Да, я же тебе сказал, сдалека его увидел. Гуд дерево. Тебя пит заразил постоянно. Есть good дерево, гуд ньюс. Все у тебя сейчас гуд, и это хорошо. Во. Лишь бы у вас все время, чтобы было гуд. На. Фу. Она чуть не спугала вообще-то. Че это будет? Найди отличие от телефона. И от этого. Сфоткай, подставь листики ближе, зай. Сфоткай. Открой фотку. А, типа вот так вот. Вот так, поближе тогда. Вот этот листик, вот он. Вот этот он. Вот а, так да, вот ты держи. Вот такого размера. Вот. Если бы не было видно рамки, то вообще пофиг, смотри. Ну да. Офигенно. Пошли. У меня не йоза, не встал. Особенно тех, кто в джинсах. Уничтожение сидушек. Я не за тебя говорю, вообще говорю за людей. С удовольствием. Завтра, послезавтра пойду. Да, Зай? Сходим завтра, послезавтра в баню? Согласна. Тебе не взяла? Конечно. Отлично, пошли. Кава в меню. Смотри, что мы возьмем? Даже не знаю. Корзинку хватит. Возможно. Что там? Костя хитрый. У Тёмы конфетка такая. Угу. С патроном. А, о! Патрон с патроном. Патрон с патроном. Куда заряжать остальные патроны? Ага. Все? Ты что-то еще собрал? Удачи. А, спасибо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Дома сладкого не бывает. Меня тренер сожрет. Хотя кто сказал, что это мне. Да, вот это. Главное, ты это сожри, а не тренер тебя.
Ты поверь, я с этим отвечу. Кого интересует мнение тренера, скажи, пожалуйста. Ну да, все равно ему почем. Вот и все. Ему наоборот хорошо. Ну, конечно. Чем дольше ты будешь толстым, тем больше он заработает денег. Ну да. Ну в смысле, ну да. Конечно. Так оно и есть. Ага. Кто сказал, что я толстый, а большой? О. Кто нас обгонял на трассе там? Да. Встретились, да, случайно? Случайно. Зая, готовься. Куда? Налево сейчас смотреть будешь? И зачем? А потому что там уже красится, смотри. Вау. Ага. Пошел налево. Красота. Опять пошел налево. Одна будет смотри, желтая, золотой. А вторая голубая. Королева. Костя, не в тему. Я знаю. Жовто-блакитная. А це школа церковна. Церковь, церковь две несовместимые православная вещи. Школа. Мама. О, Валентина Яковлевна. Да. Заведующая младших классов. Да. Мы ее помним. И моя. Учительница. Вообще-то мы тут выросли. Надо. Угу. Костя спрашивает, куда вы? А она живет в том же подъезде, там, где моя бабушка, только ниже этажом. Мы с Таней учились в одной школе. И моя первая учительница живет в том же самом подъезде, только на другом этаже. Хочу задать вопрос, кого вы здесь не знаете? Всех знаем. Офигеть. Почти. Ну, тут Тарсон же не особо гигантский. Всего 80 тысяч населения. Да. 79,9 знаем. Это, подожди, вообще чуть-чуть меньше. А кто ты там бежит? Уже чуть-чуть меньше. Чего у вас так много? Ты вчерашний корм отдала тем, конечно, другим? Конечно, у нас. Ба, ты сможешь спуститься, пожалуйста? Много котов не бывает. О, ключи дома тебе осталось. Всегда в машине, а сейчас дома. Господи, ты такие малые. Красава. Ты куда, дрытик? Смотрите, чтобы они лишайными не были, будет не смешно. Я хочу тебя погладить. Сильно не усердствуй, Тёмочка. Вдруг у них... И руки мыть сразу. Прикольный? Да. Так, сейчас забираем пакеты. Ну, а ты ничего не неси. А зачем ты это взял? Это тоже. Я говорил, это мне. Я понял. И такой довольный стоит. Конечно, я сейчас. Такой дядька с маленькими корзиночками стоит. Ага, почему? Тут другая коробочка из-за тебя. Во! Вот это же лучше, правильно? Аккуратно там банки. Бабушка погрызет. Так, что тут, не все ж пакеты забирать, да? Идеально. Все, готово. Пошли. Хорошо, надо как-то выйти, да? Да, я выйду, первая. Чуть бабушку не прибью. Ага, ничего, прибьет она. Справедливо. О, я успела. Что мы имеем? Туда ее. Много клавиатур не бывает. Много видео не бывает, много клавиатур не бывает, много телеков не бывает. Что еще можно? Запломбировано? Распломбировано. Во, правильная клавиатура. Запомни ее такой, какая она есть. Не удалась шутка. Я знаю. Вообще не смешно. Можно, чтобы она такая осталась? Так. А теперь где тут кто? Там разъем должен быть. Какой-то, да? Один из четырех. Есть. Воткнул? Да. Раньше это было. Во! Это важно. Это добро главное, пожаловать. Что она работает, да? Угу. Добро пожаловать в новый дом. Во. Умный дом. Угу. Да, милый дом. Какая была? Офисная обычная. Вот такая стала офисная необычная. Красивая. Гуд клавиатура вообще, да? Угу. Вау! То есть, ребят, в этом ролике вы посчитайте, пожалуйста, сколько Сережа раз сказал слово гуд. Нисколько. Прикольно. Гуд? Гуд клавиатура. Что с интернета не было, сети нет. Ну, бывает. Так это хорошо. Короче, готово. Все, она светится. Можно идти. Бабушка, как вам клавиатура? Уже поставь. Угу. Красота какая. Конечно. Ночью видно тебе все будет. Круто. Куда нажимать? Ну да. Подожди. Нет, это плохая кнопка. Не показывай. Установка программного обеспечения. Сейчас установлю. Во, установится, да. И будет гуд. Вот лично. Красота. Вам нравится? Конечно. Конечно. Что-то она не нравилась. Теперь видно, можно без света клацать.
Угу, понятно. Так кнопка это... готова. Спасибо большое. Большая просьба. Чтоб с ней не было вот такого, создать. Когда готовишь на кухне, накрывай ее чем-нибудь, пошли. Если не пользуешься. Это правильно. Не, серьезно. Ой, ой. Гуд? Смотри. Все? Ой. Что я нажал? Я не знаю. Я не создавал папку. Я нажал создать. Создал мамку. Какую папку? Я не создал папку, блин. Удалить. Да. Создать. Текстовый документ. Вот он. Во. Она даже работает. Нам лук включен. Боже, все, в идеале. Ага. Простенькая, без всяких вопросов, работает четко. За. Гуд смотрится. Отлично смотрится. Все, бабушка довольна, ей понравилось. Ну так ночью, смотри, будет теперь видно все красиво. Что у нас по яркости? Ой, здесь стоять. А, здесь остальные. А. Все. Так. Разобрался? Нет, стой. Стою. Не понял. А, во. Во, пару кнопочек нажать всего лишь и все. Типа будет моргать, да? Где? Нет, это не надо. Лучше в статику ее сделать. Да, 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 все. Угу. Хай будет. Все. Красава. Я знаю. Спасибо за комплимент. Эй. Там борщ насыпали. Придется кушать. Еще домой грибы дают нам. Грибы! Эх, обожаю. Дай вам здоровье. Во, грибочки. Угу. Так что? Выживем. Нет, них потом будет весело. Да. Во! А ты думал, что это простые? Да. Нет. Это клавиатура непростая. О! Много Сережи и Тани не бывает. Топчик. И меня. И тебя тоже. Угу. Тебя вообще... И Костя. Перебор. Угу. Особенно Костя. Я ж на нем сидеть буду. Я сяду туда. Да, конечно, так, ты поломаешься. С тебя тогда сразу новый стульчик. Угу. О, можно так бабушка и хочет, чтобы новый стульчик был. Вот этот? Нет. Ты стой. Не, пока. Ему садиться на него. А, на да? него? Во. Отлично. Он там сбоку, правильно. У Тюми, как всегда, деликатесы. Конечно. Ну, яйца, что ли, пельмени? Ну да, деликатес это яйца сейчас. Угу. Между прочим, сейчас яйца это не только лишь деликатес, а еще в некоторых местах валюта, как и гречка. Вот. Едешь ты в маршрутке? Ну да. Передайте за проезд. Или пачку гречки, тебе еще по всему городу, в другой город отвезут вообще, либо яйца. Нет, это он перегнул. Ну это за яйца это можно. Это он имел в виду, летишь на самолете куда-то. Можно гречку, а за проезд это слишком жирно, наоборот. Нет, наоборот, яйцами уже можно за билет в самолете рассчитываться. Ребята мои хорошие, помимо криптовалюты у нас еще и еда появится. О. То есть можно будет и едой рассчитывать. Отлично. Супер. Все нормально, все. Куда мы летим? Мы на за стол кушаем. Согласен. Вот, сюда вот так вот. Для как он смотрится правильно? Согласен. Все. Зайчик, все, зайчик, приятного аппетита. Это тёмный кусок. Ну, я просто не буду это делать, еда. Потому что я не в той одежде. Ну да, а сильно рискую. Слишком ты белая сегодня. А ты слишком зеленый. А ты сильно чёрный. Ну, ты быстро жрёт. Всё. У вас есть сумка с собой. Патроны зачем? Уже нету. Вот. Вы а что? Патроны уже нету. А, уже съел? Молодец. И, давай, иди обувайся. Я давай, наверное, всю сумку. Вот. Не надо. А, сумка. Боже, как хорошо. Угу. Кого хорошо? Никого не видно. Ну да. Отлично. Со второго этажа видно хорошо. Ой! Ой! Ты чуть не упал. Так неплохо. Ты мне нос не дал, вот ты только что. Когда падал. А, подержи, пожалуйста. Махнул локтем так, что это было опасно. Можешь полезать. Куда? Спасибо, не надо. Не. Все, обувайтесь, поехали. Запомни, домой нести не тяжело. Ну, конечно. Да, правильно, Тёма, оно все ж тяжелое. Да. Что, бабушка подтёмал или что? Тёма, ты бабушка подтёмал? Тёма нет. Да. Тёмочка алло, нет. Пиццу всё. Заказывает опять. Да, вон, товар забрал. Забрал товар? Скоро буду. Все. Доставка новой пешки. Все, я уже все организовал. Короче, сейчас спускаем вот этот ящик и отдаем нужным людям. Все, отлично. Да. Не прибей. Выходи давай. А, хорошо. Выходи. Выходи. Все, бабушка, давай. Давай, давай, все, пока. До свидания. Все, пока-пока. Отлично. Все, пока-пока. 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 Такое ощущение, что трогались по какой-то. О, нас ждут. Отлично. Теплая машина. Да, я багажник.
Ой, тут даже не холодно. Только ты смотри в противоположную сторону. Так, мы сейчас подъезжаем, да, до папы этот самый. Я уже позвонила, сейчас он выйдет. Сейчас там еще вещи привезли папе. Распустись! Много вещей не бывает, особенно зимой, особенно в наше время. Поддерживаю. Ну вот. О, грандерчик вот, стоит, да. Такой кроссовчик. Где? Вот граунд. Да. Да, такого же годов, как и наши. Они же похожи, ты же не видишь. Я вижу, что они похожи. Чей, как? О, смотри, да. Одна фара желтая, одна белая. Где? У Жигуля. Так это нормально. Так она конкретно желтая. Спасибо. Все, мы домой. Ну да, желательно домой. Все отдали. Да и времени уже. Потрындели и домой. 7 часиков. А что ты ее не хочешь? Ну, как бы да. О, смотрите на камеру. Как бы, здрасте. Ой, где она там? А, ты это. Вот наша камера в полной темноте. Ничего не включено, видно? Вообще ничего. Ну, так вот это вот что-то там моргает, типа. Я в шоке, как она показывает. Ребят, мне вопрос, почему нам всегда везет на переезд? Не знаю. Потому что нам везет. Ну, ничего, постоим. Да, а вон он едет. Не, что он сейчас быстро? Ну, экономия света лишняя не будет, да? Конечно. Смотрите, как темно у нас. Ой, вот. Переживем. Ой. А то Костик хоть током долбануло. Чё так ярко? А здесь тоже могли поменьше света включить, если так разобраться. Ну да. Во, видишь, даже капуста по 90, ну не по 110. Нам кстати. Фрукты надо какие-то? А? Апельсинки, мандаринки, не надо ничего? Они есть, кстати, уже? М? Яблоки правильные есть. Апельсины. Апельсинки, блин, манго. Такая цена, конечно, капец. Лимон, который ужасный. Манго 77. Ну ладно, ага. Есть и цены. Результат яблоки есть, прия, это правильное. Видел? Он голден. Не будем яблочки, не? Хурму? Посмотри на вот это. И скажи, хочу ли я хурму? На тебе вот это. Зачем? Пошли. Идем, нам там ничего не надо. Давно мы трюфеля эти не покупали. Трюфельные. Хватит. Да я там уже гривен на 300. Вот иди взвесь, смотри. Короче, 25 гривен за 100 грамм. А, ну, а там какая кнопка? Взвешиваю. 37. Ну, без разницы вес. Здесь на... Короче, гривен на 60 с чем-то. Да? На 59. Ну, 60, да. Я хотел сказать 60, но хорошо. Ладно, пускай будет. Не, Костя в капюшон. У меня в капюшон, да? Много воды? Не бывает. Что? Не бывает. Ой, и света тоже. Согласен, ой, темно. Кому-то придется увеличивать. Баланс сбивал в монтаже. Ням-ням. Сам ты ням-ням. Ты бачишь? Костя на работу из другого. Таня сварила супик. И Таня сейчас сделает блины, как и обещала. И будут блинчики с... медом. Вот с вот этим. Гуд. Пойди. Угу. Это дорого. Что ты сейчас делаешь? В общем, тут все перемыто, тут наготовлено. Сейчас будет Таня делать блинчики. Ага, в 12 ночи. А, без разницы, что нам привыкать. Может, завтра даже сама не работает. Здрасте. Он меня решил добить до конца. Чуть-чуть. Еще не до конца. Нет, не чуть-чуть. По-моему, решил добить до конца. Угу. Говорит, Сережа, иди помонтируй, а я тебе вытру пыль. Ну да. Пока я думал этим заняться, потому что тут видео рендеривать. Думаю, чуть-чуть пока поверхностно сделаю. Тут, ну да, нечаянно клац, и то, что там делалось видео. Ну блин, если уже начинать что-то делать, то доделать до конца. А тем более, глянь, я вот тут все стрёс, сейчас тут будет вообще порядочек. Это неправильно. Что неправильно? Это я должен делать. Тебя-то должно волновать. Когда ты время на это будешь находить? Ты днём и ночью пашешь. А люди, жаль, этого не понимают. Один я понимаю, наверное. Жики слова. Так это правильно. Они слова. Стоят этого. Во, спасибо. Вырежешь. Нет! Такое нельзя вырезать. В общем, Костя молодец, красавчик, помогает даже убирать. Спасибо. Приятно. Мне это приятно. Приятно, что ценят мой труд. Вот что это. Это можно смотреть вечно.
Особенно я. Он даже игрушки положил, вот сюда не кинул. Взял и сложил их. Взял, можешь смотреть на Тривич, ногой на воду, как человек работает. Да. Особенно, когда это делается с любовью. Конечно, как для себя. Все понимаешь, что... Я знаю, что надо выделить тебе просто тряпку микрофибровскую. Мокрую, влажную. Тогда правильно. И кисточку желательно. Есть у меня такое. Во. Сейчас дам. Как проходит уборка? Во! Идеально, да? Ага. Зая, как у вас там? Я думала, будет скучно. Ты думала, будет скучно? Я вот понял. Вот, я скучно. Поветренная тревога. Ну вот, как-то так. Вовремя доубирали. Согласен. Добрый вечер. Какие хозяюшки. Ага. Блины поели, суп поели, даже ничего не сказали. А теперь отрабатываем постель стильно. Ну да. Все равно не так, Костя. Я знаю. Ты забей. А, да, вот эта штука, где там? Все равно не так. Дорожки, матрешки, как им пользоваться? Вот так? Смотри, вот эта вот штука, она одна, видишь, с этой стороны? Она должна быть там, где руки, головы. Понял? Все равно ничего не понял. Руки, ноги, головы, какие еще части органов там должны быть? Просто так она, эта особа, она больше. Она придумывает, блин, нет бы, чтобы одно цельное квадратное сделать. Она, но все равно ее может спать хоть так, вот так, она 2,20 на 2,40. Просто так мне удобнее. Мне она докопалась? Не знаю. Потому что я так привыкла. Привыкла, отвыкла. Хотя, что ты должна отвыкать, ты у себя дома. Как не у себя дома. Что меня бьет? Зая, бахни его. Я тебя уже положил спать. Во. О, тысяча. Чем пьет? Ты во. Тебе за него, это он дал сдачу. Во. Таня спит. Во, так это ж Таня. Моё. Соседи, там же соседи. Моё. Так, все, завтра в баню. Да, мы идем завтра в баню. Твоё то, что ты на кухне оставила, то твоё. Это вот Питу, я, Питу сказала, идем в баню. Она такой, гуд? Вообще иду. Большие буквы такие. Ты есть? Yes. Он-то тут не был, он там уж ни разу не был. Ukrainian bath. И тем более там, он вообще говорит, что у них там ничего в Америке такое, это все декоративное. Ну, сауны. Ну, такое. И то. Я же говорю, декоративное все. Так, все. Всем спокойной ночи, всем до завтра. Поэтому, да, завтра увидимся. Да. Всем спокойной ночи. Вот видите, работает человек в 2 часа ночи. Ну, а мы еще не спим в 2 часа ночи. Что ж поделать. Всем привет. Всем привет. Короче, куча шикарных новостей. День начинается с того, что там чей-то подарок пришел. Надо забрать внучку, чтобы он не видел, что это. Ну, да? Знает, что будет. Не, подарок, понятно, конечно. Он понимает, что подарок будет. Ты там же знаешь, что это день рождения. Значит, должны быть подарки. Ну, я не знаю, что это. Конечно, ты даже не догадывайся, Тёмочка, поверь. А так, ладно, на день рождения узнаешь. Все. Сейчас заберем, пойдем подарочек. Надо сделать там одну небольшую махинацию, чтобы сделать папе подарочек. Короче, и мне будет небольшой подарочек. Я не хотел до последнего, но Таня говорит, надо, значит надо, окей. Сейчас мы пойдем... Потому что будет хорошо ему, будет хорошо мне. Ну да, так и скажем, что надо будет деньги пойти поменять. Ну вы поняли. Чтобы не терять лишних денег, поедем, сейчас положим их на карточку. Потом вернемся сюда, заберем Пита и поедем в баню. Угу. И Костю. Костя сам Костя на велике сам приедет. То он звонит и говорит, я за рулем. Он звонит с наушниках, ну, слышно, что наушники. Я за рулем, говорит, а можно, говорит, велики потом поставить там? Можно. Пошли за рулем. Короче, сейчас Тёма будет у нас самостоятельно. Иди, бери себе сосиску в тесте и водичку. Водичку, если не достанешь, попроси кого-то. Понял? Сам. Давай, сам. Молодец, сам, ну давай. Хорошо, мы тут. Тёма, зайдешь наверх туда? Денежку, короче, поменяли. Теперь идем быстренько забирать Тёме подарок, пока он там еду свою занят. Быстро. Чек, давай. Сейчас забирай. Здравствуйте. Здравствуйте. Там телефон и стекло. Хорошо. Вот, быренько забираем. Привет, Фрэн. Привет. Ну, в общем, мы его распечатаем, все остальное, а потом стекло это. Распечатать сейчас или это потом? Ну, потом все. Потом ладно, что забираешь. Нам только чек, да? Все, потом просто поверить. Все? Окей, спасибо большое. А, вон внизу бегает. А, там. Давай сумку прячь. Все отлично. Хороший телефончик. Все прекрасно. Забрали, еще и сумку врезался.
Нема ребенка. Большой уже? Да. Идем его теперь искать. Не видно? Заходи. Он там стоит. Деловой. Тема, как? Отлично? Молодец. Какой взрослый ребенок у нас, а? Сам взял деньги, пошел, попросил, говорит, я сам пойду куплю. Молодец. Купил себе воды, купил сосиску в тесте. Забрал сдачу, чек оставил. Молодец. Ложи. Положи себе уже в карман сдачу. Мне получилось на 28. Молодец. Молодец. Все, забирай, точно? Поехали дальше. Доблечко. Так, Таня, там вылазишь или не вылазишь? Таня там прячет подарок. Папа, Тема, не смотри туда. Тебе туда нельзя смотреть, к маме. Правильная модель 3. Да? Ну, правильная, ну. Что-то, мне кажется, дизайн такой как-то приелся. Привет. Единственное, что правильно, это она экономная и белая. А значок правильный. Смотри, какая борда широкая, да? Мне она отсюда похожа спереди, как на жука. Ну да, такое. Это на любителя. Мне, например, не нравится. Вот Model X еще да, действительно да, ничего такая, да. Так, пошлите по улице, не хочу идти по внутри. А, окей. Погода хорошая. А в магазине молодцы, смотри, света поменьше включили. Правильно. Молодцы. Так, берем каких-то тарелочек, самых простеньких каких-то. Ложки нет. Короче, тарелки. Тарелки, вилки вот. Надо взять. Мы. Я вот эти возьму. Тарелочки? Нет, я вот эти я беру. Положи аккуратно. И. Вилочек, наборчик какой-нибудь. Цены только смотри. Стаканчики. Вон наверху 12 гривен, да. Вот белые. Вот наверху. Стаканчики. Вот. Ну вот эти 14, они. Да, там ты заставляешь. А, это ложки. Вот вилки. Причем нет, они. Нет, эти вилки вот снизу. И почем они дорогие? Платы вот эти. Пытаюсь вот понять. Ножи. Ложка, выделка. Это ж волна выделка. 18. Нет. Ничего не понятно, но очень интересно, да? А где ты эти только что брал, смотри? Ну тут, наверху взял просто. Вилки лежат. Ложки. Опять вилки. Что ты говоришь, ложки? Ложки. Ложки. Это кто-то их сюда закинул. А. Снизу они вон. 0,1,96. Во, зай. 15 гривен, 10 штук. Хорошо. Тёмочка, положи тут молоток. И вилочек. Ну, знаешь, сейчас возьму каких-то салатов, потому что никто ничего не готовил, а мы еще в Тане вообще сегодня ничего не ели. Поэтому как-то не весело, да? Ага. Что-нибудь взять, перекусить там. Все, 12 гривен. Нашли. Держи, да. Саша. Зайчик, да. Не хочешь захватить вот этих баллончиков? Каких? Вот этих. Или завтра. Ладно. Молодец. Вот это? Да, бери. Бери штуку 5 баллонов. Ты о чем, зайчик? Положи быстренько 5 баллонов, у нас вообще времени нету. 3, 4, 5, пошли, хватит. Стоп, идеально. Давай. Пошли. Темный остался или что это у нас? Фози подовый. А ты цену на него посмотри, 25 гривен за этот кусочек. Не, ну плотный хлебушек. Тостовый. Бери. Почем? 12 гривен. Идеально, пошли. Ложи, ложи. Чем мы резать там будем? Чем мы резать будем? А, ну да. Тепленький. Согласен. А тепленький, попробуй. Угу. Раз? Да, вот такие. Да. В одну винегречку. Оливьешку, а вторую, да, это винегретик. Винегречки. Вот это. У вас? Да, да. По стандарту. О, идеально. Таня предлагает взять курочку. А сколько в курочке? 16 гривен за 100 грамм. А как ее курица греть? Курица в среднем 200-220. А? 200-220. Уговорила. А нагреть ее надо будет как-то? Ну, нам сейчас нам могут нагреть. Надо было сразу ее греть, значит. А где микроволновки? Ага. А ты водичку брал? Нет, большую надо взять, потому что там пиза хочется. Ну, да. Огромное Милочки спасибо. Надо, ложки. Если вам не... А, мы ждем. Все, взяли. Спасибо я большое. Ой, а можно вот это две ложки? Ты упал? Но, это полезно. Ага. Две ложки тогда. Да. Чтобы можно было салат. Тёма, вот тут видишь балование? Сейчас бы носом бахнулся. Во! Вот это вам спасибо, спасибо огромное. Большое. До свидания. Все хорошо. Три ложки, да, для салата все ну, досыпать? Да, да. Так, все, водичка по прямой, пошли.
Так, какой возьмем? О, какой же взять? А? Крем-соду думаешь? Крем-сода и предлагаю две минеральных. Так, отлично. Пакетик. У тебя водичка. Быстренько едем этот, закажем то, что на то, что снимали денежки, и забираем Пита и едем на баню. Не знаю, стопудово опоздаем. Ну, как всегда. Потому что ехать с одного города в другой конец города, а потом в обратную. В обратную сторону сюда же. Капец. Господи, приходится переховывать. Артем решил остаться в машине. А надо все прятать. Давай, а что ты? Убирай. Туда. Да, и туда также. Отлично. Все, сумку положила, коробочку положила. Это наша. Все, забирай. Телефон взяла. Вернее, да. Кошелек мой, да? Отлично. Идем. Бегом. Время. Пить сейчас через 5 минут уже выходит. Нас уже ждут здесь тоже. Отдать деньги и вернуться потом. Там покажем, что... Ой. Проходите. Ага, пожалуйста. Где там Лера? Он прям ждет. Не ждет. Угу. Сейчас двигаем. Да, парки. Так, садимся. Одичек? Какой? Какой-то. В телефоне. Электронный. Да, точно. Все, мы оплатили. Такой человек только электронный. Оплатили через телефон, то все это самое через несколько дней, через 2 или 3 дня оно может прийти. Ну да, где-то так, 2-3 дня. Где-то так. И потом мы уже покажем, что же это все-таки было. А сейчас нам надо забрать Пита. Пит должен уже ждать нас возле АТБ. Идеально. Да. Пит. Анон. А, не увидел нас, прикинь. Ну да. Обернулся и не увидел. Мы совершенно незаметные. Ну, Пит. Пит не. Где? Он стоит. Да видно же нас. Давай, поворот дальше. Иди. О, свои. Отлично. Так, багажник. Понял. Давай свой пакет сразу. Спасибо, зайчик. Hello. Пит, hello, my friend. Питу надо по попе дать. Постоянно вымазывается. Все, go. Go. Quickly. Yes. Какие деревья, как смотри, с зеленым и с красным, прикольные. Да и рот уйти. Тикай ты. Велосипед. А теперь помогай. Ты помогай, Костя. Костя, докуда? Ну. Рогулечек. Так. Ой. Ой. Тут какие-то кустики. Пошли, заселимся. Да, заселяться на целых 4 часа. Так, первоначально музыка, а ну. А вот ты. А ну. Я нашел тебе этот трон. Ну, не хочешь, я пойду. Пока. Здрасте. Вдвоем тут будем. Поместимся. Отлично. Костя, ты тоже сюда? Там трон. Вон тут белый. И как вода? А ну. О, офигеть. Бассейн с правильной водой. Только, Тёма, ты странный, лучше бы нагрелся сразу. Стёклышко выдраенное, вычищенное, все. Ух, водичка чистая. Все как положено. О! Во, первый раз. Good, Пит. Good? Бассейн. А ну, кто там? Только ты не поломай бассейн. Закрывать. Давай. Таня просто пока волосы не хочет смотреть. Но это пока. О. Пит мокрый.
Выиграл! Давайте, Пит, гуд! Артём, клыби дайте, держись до лестницы. Где у меня мама? Отпусти! Идеально, да? Согласны? Дайте я, да, занырну теперь. Давай, Питер. О! Прыгай. Супер. Идеально. Отлично. С такими новостями, как сегодня, еще и баня. Ага. С двумя новостями, как сегодня. Да какой там их штук что? Как еще? Мы же Тёмина забрали. Кого? Мы же Тёмина забрали. А если бы мы сегодня поехали на почту, второе бы забрали. Потом то, что я поехал... И то, что приехал. А теперь ложи камеру, пошли греться. Дальше. Поддержу. Да я тут не сяду. Так, а кто тебе дает? Я тут постою. Мне и тут хорошо. Так, мы пока погрелись второй раз в баню. Положим сейчас вот это в баню, потому что микроволновками сейчас никто не пользуется, так как вы понимаете ситуацию в стране. Благодаря освободителям они нас пришли защищать и разрушили все энергостанции. Красавцы просто. Это очень поможет освобождению. Очень. А, короче. Сейчас я вот это вот так поставлю, чтобы оно еще больше нигде не протекло. Так, у меня курочка оливье винегрет. Пит! Кэмер! Кэмеру, Пит. Пит тоже хочет снимать видос. Чикен. Да, чикен. Барбекю чикен. Ага. О, правильный чикен. Так, серьезно, ты же не знал. Мы чикену взяли. Барбекю чикен, да. Отлично. Отлично. О, Пит, красавчик. Я хочу пить. Стаканчики, которые мы купили к тебе домой, только это за 13,99. Я, кстати, потом чек посмотрел, а не 17. А, согласен. Мне аж легче сейчас стало. Согласен. О, водичка. Это идеально. А. Так, сейчас, короче, остываем и перекусим, да? Сейчас это остынем и рассыпем все по тарелочкам. Замечательно. Два салатика, водичку мы взяли. И чикен, и все. Фу, блин, и курицу. Виталий, гриль. Барбекю чикен. Да, курица-гриль. Вот это сейчас надо помыть. Мам, можно? Такой пакетик. Можно. Пакетик стоимостью хлеба. Так что... Кстати, мы не взяли эти салфетки. Упс. Упс. В машине есть, конечно, но никто не пойдет туда. Я могу сходить. Да не надо. Конечно, я понимаю, что... Да. Что с бани можно будет выйти. Это просто неудобно без... А чего? Можно? Ты представляешь, ты в таком виде выйдешь сейчас зимой туда к машине? Будет зашибись. А потом приди сразу в баню. Ну да. Только выйди сначала тоже в баню. Как здесь круто, реально. Я последний раз в бане был года 4 назад. У друга день рождения праздновать. Ага. Но теперь я забыл, что это такое еще и с классными друзьями. Так вообще шикарно. Спасибо. Правда. За классных друзей, спасибо. Спасибо. Еще доставай. Это все, если так подумал. Нет. Все, не надо. Ну, еще один. Заберем остальное домой. Заверни их назад и... Заберем домой. Тёма, привыкни, сейчас знаешь, сколько раз будет прыгать? Ну да. Угу. Тут сейчас будет всё. Тут сейчас будет по топу тут. Угу. Это ж Тёма. Не мочи сильно стакан, он бумажный. Он раскиснет. Все. Ага. Смачного. Приятного. Так, не, что ж приятно, сейчас будем рассыпать. Папа, погружаться в подводный мир. Звук был погружение в подводный мир. Так, много салата не бывает. Да, он уже вкусный. Согласен, потому что мы голодные. Костя после тренировки. А, забыл сказать, Костя. Надо говорить так. Ну да. Костя, когда с нами... А можно говорить, сколько ты весил? Да. Да все прекрасно понимают. Короче, когда Костя с нами познакомился... Нет, давайте начнем не с этого. Очень часто в комментариях люди спрашивают, как вы столько не кушаете, а жрете и не поправляетесь.
Рецепт знает Костя. Мы его уже писали в комментариях 1000 раз. Просто не сидите дома, двигайтесь, работайте больше, чтобы заработать себе что-то. Ребята, это работа, я вам отвечаю, скинул 10 килограмм. Это работа, да, да. Тёмочка, Тёма, не надо. Секундочку, Тёма, пожалуйста, зайчик, секундочку. И когда Костя познакомился с нами, весил 121-122 килограмма. Сегодня он стал на весы, весит 110. Не смешно. Сколько он тут с нами? Минус 10 килограмм. Посмотрите, как я выглядел полгода назад и как сейчас. Круглолицый такой, фотку там, блин, я не знаю, там не искать надо, сложно. Но в инстаграме, гляньте, там не так далеко, есть фотка. А, и превьюшка тут есть с тобой же, летнем видео. Он такой круглолицый был, а что такой? А сейчас было такое лицо стало. Вот такое и бородатое. Зай, покажите нашу курочку. Адаптировался под Сережу. Зай, покажите нашу курочку. А, да? One moment. Ой. Главное не упасть, аккуратно, скользко, можно тут кататься. Спасибо, Артём. Вон наша курочка. Я уже говорил, микроволновки-то сейчас по магазинам не работают, сейчас все экономят свет. Поэтому греем как есть. Welcome to Ukraine. Да, это во-первых. Да-да-да. Так что будет сейчас все норм. Салата нормально? Отлично. Я смотрю на это и понимаю, что вот эта еда и тренировки это несовместимые вещи, но, блин, это соблазнительно. Вот это совместимое, а вот то нет. Ну, не очень. Кто, винегрет? Не, я про оливье. Курочка, пожалуйста, она диетическая, там ничего такого нету. Ну, мы сейчас не за это, мы отдыхаем, а не обсуждаем способ. Я же говорил, тренер только спасибо тебе скажет. Конечно. И то ненадолго. А, ну ты же не особо. Ну, мне комплекс упражнений показал, сколько я еще месяц максимум покажу, я сам все уже знаю, и до свидания. Конечно, конечно, он согласен. Вот это молодец. В смысле? Ну я понимаю, ты, у тебя же деньги не бесконечные платить все время. Тут не на что обижаться вообще-то. Я говорю, вот это молодец, что пошел в зал. Конечно. Жду вас. Будет правильно, он закончит идти туда, а мы пойдем. Зимой. Отлично. Ну мы сейчас закончим ходить. Отлично, молодец. Во. А ну. Нормально. Сау. Да, в сауне грелось чикен. Короче, с салатиком, хлеб по-любому, да? Конечно. Это с которой? О, мягкий. Ну, наверное, спать можно. 12 гривен. 13 гривен кусочек. Сколько? 13. Всего лишь? Ну да, в наше время 60 это на хлеба нормально. Ты видел цены на яйца? Это деликатес. Тут вода. Так, вчера тебе Таня приготовила блинчики. Ты оценил, сколько они стоят? Да. Сколько? 50 гривен штучка. Во, красава. Ну, в этом самом 100 грамм 10 гривен. В магазине. Офигеть. Кто, блинчики? Да. С чем? Просто. Серьезно? Да. Ёшки-матёшки. Ощутил? Вот там ощутил. А плюс, как ты нам говоришь, это еще Таня готовила? Ну да, дома? Это еще дороже. Еще дороже, да? Угу. Это получается 5000 долларов за блинчик. Ну, примерно. Ну ладно, за 4,5 можно. Ну да, чуть-чуть. Торг уместен, да? Торг уместен. Обойдетесь. Там уместен, уместен. Обойдетесь. Так, кому-то крышки достанутся, кому-то ножки. Неважно. Мне желательно ножки. Грудку. Правильно, там мясо одно, да? Ну да. Нет, просто мясо. Вообще без разницы. Так вкусно ж. Еще и оливьешка с винегретиком. Так это вообще красота. Ложи. Тут тепло, уютно, так душевно все по-домашнему. Бедная курочка. Тут все одинаково, да? Угу. Бедная да, курочка. Вот там. Или вы уже кушали, нет? No. Нет, вилки же еще запечатаны. No. Бедная курочка. Вот это Таня. Вкусная курочка. Аккуратно. Бедная и вкусная. Замечательно. Согласен. Угу. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Приятного аппетита, если не кушать, смотрите наше видео. Правильно, ничего. Давно не говорил. На. Угу. Это тебе. И может у меня уже это Кости. Вот. Пить, пить. Так, а тут? И можете... Ваня и Сережа. Все замечательно. И может у меня уже поздравлять в комментариях. Рано еще тебя поздравить в комментариях. Ага. Ты смотри, как тебе ну, да. 4 ноября день рождения. Вот тоже. Да. Ой. Бассейн у нас везде. Да? После еды желательно в бассейн, да? Да. Да ладно, шучу, у нас уже прошло много времени. Ой. Прилет! Да, точно что. Точно будет прилет. Так, Артем, харе прыгать сильно. Прибьешь кости. Да, ходили. Понятно. В общем,
Мы покушали, напарились, нагуляли, у нас еще час, короче, в бане осталось посидеть. Досидим и пора ехать домой. Мы до 9 часов вечера сидим, комендантский с 10. Поэтому у нас все четко. Теперь ты сейчас покажешь, как я выгляжу. Ой, подожди, сначала он. О боги. Я хочу, чтобы я была горячая сюда. Прыгай. Ты теперь тапочки смыл. Ой, это страшно. Так, найти надо второй. Прыгай. А ну отойдите. Сейчас будет бомбочка. Но бомбочки сегодня не будет. Серёж, полное погружение. Рыбки, наверное, в шоке. А где вся вода подевалась? А это мой чай, да, остался? На чай, баню. Вот тут чуть-чуть еще воды осталось. На чай, баню. Мы с Ипачем еще вернемся. Никогда не вернемся. Ну, без тебя придем. Ну, если ты не хочешь, ну, без тебя придем. Да убери уже как есть, только руки не вымажь, пожалуйста. Так я же пытаюсь. Давай, давай, подними вверх чуть-чуть носик. Чего я в попу? Так и подними. Я не смогу, потому что упала с другой стороны. Отлично, хлеб. Ну ставить так собачью можешь сделать. Не знаю. У тебя хлеб дома есть, надо? Бо у нас есть. Есть у нас дома хлеб, кстати? Нету. Нет, мы же покупали. Есть. У тебя есть, да? Да, вы же покупали. Спит, надо хлеб? Пит, you надо? Не надо. О, yes, good. Это хороший хлеб. Угу. Тост. Хлеб. Тост. Да, 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 да. Блин, shitty toaster. Да, да. Ну да. Все? Все было очень круто. Огромнейшее спасибо. Все забрали. Ничего не забыли. Все забыли, ничего не забыли. Вот пакет с трусами и носками. Там осталась твоя кофта. Ага. И можно сваливать, да? Да, и можно домой. Уже время как бы. Надо срочно выходить. Так, я на улице жду вас, я манул. Жарко. Гал? Есть. Угу. Поэтому я и хотел открыть. Вот так. Чем? Как выключается, не знаю. Я думала, тоже ничего не знаю. Ничего не делала. Нет, свет можно классно, чего ты не выключил? Мне жарко. Да жарко и мне. Надо было хотя бы свет вот здесь класс. Вот этот и вот этот. Все. А в бане и телек пускай. Очень смешно. Прикинь, забыла. Еще бахнулась бы. Оба. Все, банька закрыта. Можно выходить. Аккуратненько. Ага. Попали. Армари... Аларм? Да, аларм, аларм, да. Это еще переводится? Ну, тревога. Ну, никого? Нет, тут никого нет. Ну, чтобы позвонить, чтобы мы пошли. Зачем? Что, выйдите и все. А, да? Ну, да. Ну, ходи, помоги Косте выйти. Да, 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 Пит. Перепрыгнул грязь. А может вы тут постоите, а я выеду? Давай. Да? Да. О, Костя прыгает. Костя на велике прыгает. Да катишь меня, Костя? Тём, там нема куда. Вы как бегаете сейчас? Давай. Заходи, выходи. Тёма, текай. Тёма, иди сюда. Иди, садись, Тём. Всё, Костя. Всё. На созвоне. На связи. Кто я созвонился?
Давай-давай! Пока-пока! Оп! Все, садимся, едем домой. Желательно. Ты Костя подсвечиваешь? Ну да, решил ему дорогу посветить. Good day впереди, да? Да-да-да. О, хорошее дело делаем, однако. Чтоб Костя не заблудился в темноте. Прыгать, ну... Нет, мы так не умеем делать. Прыгать? Лежачие полицейские. Ага. О, как ногами открутит педали. О, как крутит педали, пока не догнали. Ой. Отлично. О, на! Давай, догоняй его! Догоняй! Догоняй! Привет! Все, пока! Пока! О! Привет, идем! До завтра! Опа! Yes! Все, Пит! Goodbye! Goodbye for now! Все. Goodbye. Goodbye, good night, Pete. See you tomorrow. Talk to our talk okay. tomorrow. Да, да, да. Окей. Night, night. Night, night. Так, все. Все дома, и мы домой. Как бы пора. Правильно? Ну, конечно. Да. Так, много баллончиков не бывает. Запасы. 5 штук. Каждый баллончик по 100 гривен. У нас еще дома там где-то штуки 3-4 есть. Ну да. Пускай надо будут. Еще. Надо еще. Да еще возьмем, да. Потому что непонятно, как оно что будет. Да. И непонятно, где его потом брать. И, кстати, если будет как раз это видео смотреть Вика, Вика пообещала выслать кое-какую штуку прикольную. Если... Это потом. Да. Будем надеяться, что зимой, конечно, все будет хорошо. Но если, не дай бог, не будет все хорошо, то будет чем греться. Потом посмотрите, о чем мы говорим. Это будет прикольная штука. Да, да, да. Фух, так, все. Чай попили, все, покушали, нравится? Перекусили, Танины хвостики нравятся. О, ноут, походу, видос сделал, тихонько работает. Все, ложимся спать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте на колокольчик. Всем огромнейшее спасибо за ваши просмотры и всем пока. Все, пока, ребят, завтра увидимся. Да. Подарки забрали. А, кстати, то давай покажем, что там, просто. А, вот это так, доставай. А то мы там чуть-чуть припрятали. Тёма туда лазить не будет, в мой стол. Во, короче. Это защитное стекло. Не знаю зачем. Но он всегда хотел, чтобы у него в телефоне было защитное. И вот такой вот телефончик мы ему подарили. А 32-й Samsung. Это офигенный телефон. Видом как S22. Кайфовый. Угу. Я думаю, Тёма будет доволен. Да, доволен, не то слово. Он больше, чем у его... Он мощнее, чем его. Короче, в топе. Да? Всё супер. Давай, прячь. А, и тортик нам надо будет, скорее всего, завтра. Закажем завтра торт, потому что торт хотим сделать прикольный. Чтобы его сделать, нужно... Я кое-что вспомнил, что надо сделать. А, забрать это? Да. А, ну да, потому что завтра Таня поедет кое-что делать с работы. Завтра увидимся. Всем любим, пока.